Маргарита растет типичным тинейджером 90-х. Она обожает западную культуру, наизусть знает песни группы «Нирвана», после уроков вместе со старшеклассниками ходит курить за гаражи, временами прогуливает школу. В возрасте 14 лет Симоньян едет по обмену в Лондон, затем год живет в США по программе Future Leaders Exchange. Вскоре молодую корреспондентку замечает, и она становится собственным корреспондентом ВГТРК в Ростове-на-Дону. Но и там задерживается ненадолго. Но, как сказал Марк Руденштейн, вы будете удивлены. Маргарита Симоньян, Андрей Ведин, Михаил Киртоки, Вести, Сочи. В 2002 году она попадает в кремлевский пул – группу журналистов, на постоянной основе освещающих деятельность президента. С близкого расстояния она наблюдает за молодым еще президентом Путиным и все еще ищет подходящего момента, чтобы как следует показать президенту свою лояльность. Шанс выпадает 1 сентября 2004 года.